Поверить в то, что у задорного, веселого и волшебного самого яркого театра в городе почти вековой юбилей, сложно. Однако все исторические и архивные справки свидетельствуют, что возраст театра гораздо старше, чем было принято считать до недавнего времени. Следуя исторической перспективе и тому, как вообще принято считать возраст театра, а вообще в мире и в мировой истории, мы решили исправить этот недочет и вспомнить огромный этап жизни Рязанского театра кукол, который начался в 1927 году основательницами Рязанского театра кукол, сестрами Милицей и Аделаидой Знаменскими. Рязанский государственный областной театр кукол входит в пятерку лучших театров кукол России и успевает поддерживать международные связи со всеми континентами и странами. Совместные театральные постановки, гастроли сокращают расстояние даже через океаны. Кукольный театр Рязани, несмотря на цифры 95, очень молодой, очень современный, с замечательнейшей командой. И я думаю, что на сегодняшний день Рязанский театр кукол, один из ведущих театров кукол России, это уж 100%. Творческая концепция театра может быть сформулирована емкой фразой: «Театр кукол – театр для детей и мудрецов». Следуя ей, коллектив продолжает успешно развиваться, сохраняя приверженность традиционным ценностям, расширяя и обновляя репертуар, и оставаясь волшебным сквозь времена.